Всем привет! С вами я, Шарлотта Микун. И в этом видео мы поговорим о солнечном острове, который называется Кипр, где я сейчас и нахожусь. На Кипре средиземноморский климат. Здесь более 330 солнечных дней в году. На Кипре климат считается наиболее благоприятным для здоровья. Купаться можно практически на протяжении всего года. Температура воды не опускается ниже плюс 16 градусов. Кипр сравнительно небольшой остров, и транспортная система здесь развита не слишком хорошо. Например, привычный для большинства европейских стран железнодорожный транспорт отсутствует, поскольку местные власти и жители не видят в нем необходимости. До 1952 года на Кипре функционировала единственная железная дорога, но оборот в основном был грузовым, а не пассажирским. В дальнейшем данный вид транспорта был упразднен. Неразвитые внутренние авиасообщения. В этом нет особой нужды, поскольку самое большое расстояние между курортными городами составляет около 200 километров, от Протараса до Пафоса. Кстати, мы находимся сейчас в городе Пафос. Вся мифология Кипра тесным образом связана с образом Афродиты, богини любви и красоты. Название острова Кипр происходит от одного из имен Афродиты, которая в древнегреческой мифологии также называлась Киперидой. По легенде, она вышла на берег из пены морской и впервые ступила на землю именно этого острова, который и получил ее имя. Самое первое упоминание о Кипре, третьем по величине после Сицилии и Сардинии, острове Средиземного моря, встречается в произведениях Гомера, датируемых VI веком до нашей эры. Однако, основываясь на археологических раскопках, ученые полагают, что древнейшие поселения человека появились здесь еще в период неолита, в 7-м тысячелетии до нашей эры. Кулинарные традиции Кипра тесно связаны с греческой и турецкой кухней. Здесь также делают долму из виноградных листьев, тушат рагу стефада в виноградном уксусе с луком, делают массу салатов с сыром фета и добрым количеством оливкового масла. Единственное, что здесь едят чаще, чем в Греции и Турции, морепродукты. Рыбу и морепродукты чаще всего запекают на гриле, посыпают разными пряными травами и сбрызгивают лимонным соком для усиления вкуса. Кипрские сладости очень сытные, рисовая каша с корицей, халва из манной крупы и орехов, и также все виды восточных лакомств, от лукума до пахлавы, необыкновенное мороженое. А также на Кипре есть особое традиционное варенье. Это фрукты, овощи, ягоды или орехи, сваренные в сахарном сиропе. По-гречески это сладкое лакомство называется «глика тукуталью» и буквально переводится как «сладость в ложке». Бывает из апельсина, лимона, грейпфрута, бергамота, инжира, яблок, вишни, черешни, арбуза, помидоров, баклажанов, моркови, орехов и даже цветочных лепестков. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!